Здравствуйте, уважаемые студенты. Начинаем очередное лекционное занятие по дисциплине финансы и кредит. Тема лекционного занятия – необходимость, значение и функции кредита. План занятия. Первый вопрос – понятие кредит. Второе – необходимость, значение кредита. Следующий вопрос – функции кредита. Опорные слова, контрольные вопросы, самостоятельное задание и литература. Понятие кредит. Что подразумевается под термином кредит? Кредит представляет собой совокупность экономических отношений по поводу выдачи временно свободных денег на определенный срок и за определенную плату на условиях возврата. Кредит – это передача кредиторам суженной стоимости заемщику для использования на началах возвратности и в интересах общественных потребностей. Необходимость и значение кредита. То есть в чем же заключается необходимость и значение кредита для экономики, для государства? Необходимость и значение кредита заключается в том, что благодаря кредиту сокращается время на удовлетворение хозяйственных и иных потребностей. Предприятие-заемщик, получающий кредит, за счет дополнительной стоимости имеет возможность увеличить свои ресурсы, расширить хозяйство, ускорить достижение производственных целей. Кредит в настоящее время выступает опорой экономики, является составным элементом экономического развития. Кредит используют как крупные, так и малые предприятия. Объективная необходимость, значение и возможность кредита связана с неравномерными особенностями движения оборотного и основного капитала. В процессе движения основных капиталов прежде всего наблюдается у одних предприятий временное высвобождение ресурсов, а у других в связи с потребностью крупных единовременных затратах образуется их недостаток. На базе неравномерного движения как оборотного, так и основного капитала, естественно, возникает отношение по разрешению осевших временно свободных ресурсов и необходимостью их использование в экономике страны. Кредит становится неизбежным элементом пополнения собственных средств. Именно поэтому кредит является экономической категорией, которая отражает экономические отношения между получателем и дающим кредит. То есть по
Почему является категорией экономической кредит? Да потому, что является экономическая категория, которая отражает экономические отношения между получателем и дающим кредит. Кредит в экономике выполняет следующие функции. Первое – это перераспределение временно свободной стоимости. Это перераспределение может происходить по территориальному и отраслевому признаку. Следующая функция – это замещение действительных денег кредитными операциями. Кредит обладает своими законами. В экономической литературе к законам кредита относятся. Первое – это возвратность кредита. Второе – срочность кредита. Третье – платность кредита. Четвертое – дифференцированность кредита. Пятое – обеспеченность кредита. Шестое – целевое использование кредита. Они все являются законами кредита как экономической категории, основанной на платной возвратности. Уважаемые студенты, по данной теме дана краткая информация. На основе этой информации вы должны будете ответить на следующие контрольные вопросы. Первое. Дать определение понятию кредит. Что такое кредит? Нужно будет дать ответ на этот вопрос. В чем состоит необходимость и значение кредита? То есть необходимость и значение кредита. Отвечая на этот вопрос, обратите внимание на экономику железнодорожного транспорта. Задумайтесь, пожалуйста, пользуется ли железнодорожный транспорт кредитом и в чем необходимость кредита для железнодорожного транспорта. Я надеюсь, у вас такая информация есть. Этой информацией надо воспользоваться. И при ответе на поставленный вопрос данную информацию здесь отразить. Следующее задание контрольное. Назовите функции кредита. Какими функциями обладает кредит? Значит, эти функции нужно будет перечислить. В качестве самостоятельного задания поставлен вопрос, дано задание по составлению кластера на функции кредита. А функции кредита мы с вами перечислили. Значит, на эти функции кредита, о которых мы уже с вами говорили, нужно будет составить кластер. Дан список литературы. Данная литература, электронный вариант этой литературы имеется в сайте института, электронном сайте института, куда вам следует войти и воспользоваться данной литературой. Данные электронные адреса электронных источников. Я надеюсь, этими источниками вы производительно воспользуетесь и при подготовке ваших вопросов эту информацию там вы изложите. Спасибо за внимание. Будьте здоровы.